Полицейские проводили с водителями разъяснительные беседы о корректном отношении к данной категории участников дорожного движения. В частности, напоминали, что нельзя занимать места для парковки машин инвалидов. Соответствующие знаки установлены вблизи объектов здравоохранения, органов государственной власти и местного самоуправления, а также других социальных и торговых объектов. Незаконная парковка автомобилей на таких специальных местах влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.